4 класса детской музыкальной школы номер 2 Настя Климчук, класс преподавателя Ирины Валентиновны Новожиловой. Среди последних достижений Насти – третья премия на международном конкурсе пианистов имени Рахманинова в 2014-м, вторая премия на международном конкурсе пианистов имени Скавронского в 2014-м, гран-при на международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды» 2014 и 2015 годов. Вторая премия на международном конкурсе пианистов имени Вилуана 2015 года. Первая на межрегиональном конкурсе имени Надежды Тулуниной в 2014-м. Гран-при на городском конкурсе пианистов 2014 года. И также Настя победитель межрегионального конкурса, посвященного 175-летию Петра Ильича Чайковского. Она сыграла с Ростовским симфоническим оркестром, стала победителем и стипендиатом фонда Владимира Спивакова, а прошедшей осенью также и фонда «Новые имена». И во время приезда Денис Мацуев лично вручил Насте сертификат стипендиата-победителя. Фредерик Шопен, концерт для фортепиано с оркестром номер 2, вторая часть. Солистка Настя Климчук.
Дима, была посмотрена.